Жители Вышнего Волочка сообщили о массовом море рыбы. Водохранилище неподалеку от местного мебельно-деревообрабатывающего комбината и дамбы. Об этом они написали в группе «Рыболов Вышний Волочок» в социальной сети ВКонтакте. По фото видно, что большое количество мертвой рыбы всплыло на поверхность воды. Причина происшествия выясняется. Рыболовы выдвигают свои версии случившегося. В этом году будет много заморов, где мелко, где родники забиты снегом, считают одни. Это химия, это далеко не замор. Оспаривают эту версию другие. С целью проверки всех данных, изложенных в публикации средства массовой информации, следователям Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.